Кулер Master NR200P уже давно выпускается в традиционных цветах, таких как черный и белый. В последнее время компания спросила сообщество, в каких цветах они хотели бы видеть это компактное шасси ITX. И после того, как все высказались, NR200P был выпущен в 4 дополнительных вариантах. Розовый фламинго, карибский синий, оранжевый закат и пурпурный послен. Из коробки NR200P выглядит великолепно, с отличной ровной покраской по всему периметру. Cooler Master также отлично справился с подбором оттенка пластиковой верхней крышки к оттенку металла, который, как правило, трудно подобрать правильно. Спереди крышка выполнена из прочной стали с неброским логотипом Cooler Master. Вы можете снять ее, чтобы увидеть места крепления для 2-2,5-дюймовых накопителей. В дополнение к этому внутри корпуса имеются отверстия для установки системы водяного охлаждения. Сзади все выглядит довольно уникально благодаря возможностям как вертикального, так и горизонтального монтажа вашего графического процессора. В комплекте с обеих сторон NR200P поставляются металлические крышки с большими отверстиями, которые в свою очередь защищены сеткой, удерживаемой на месте магнитами. Вы можете легко снять эти крышки, не вынимая и не ослабляя никаких винтов. Если присмотреться к задней панели корпуса, то можно заметить 3 вертикальных слота расширения, так что вы можете установить в корпус даже самые толстые графические процессоры, подключаясь непосредственно к разъему PCI-Express X16 материнской платы. Справа расположены 2 дополнительных горизонтальных слота для альтернативного размещения графического процессора толщиной 2,5 слота. Чтобы достичь этого, вам нужно будет использовать кабель PCI-Express 3.0 X16 Razer, который входит в комплект поставки. А узнать актуальную стоимость этого корпуса вы сможете, заглянув в описание под видео. Там мы оставили ссылки на самые выгодные предложения в интернет-магазинах. Верхняя часть NR200P черного цвета с единственным пластиковым элементом корпуса – панелью ввода-вывода. Она может вмещать 2 вентилятора диаметром 120 мм и предназначена для установки вентиляторов, входящих в комплект поставки, и их монтажа без использования инструментов. При снятой крышке у вас есть прямой доступ внутрь. Cooler Master снабдил боковые стороны этого выреза крючками для подключения кабелей, что должно пригодиться для удобной укладки кабелей, что должно помочь при аккуратной сборке. Панель ввода-вывода состоит из 2 портов USB 3.2 и 1 комбинированного аудиоразъема. Кнопка питания в форме логотипа Cooler Master в центре подсвечивается белым цветом при включении ПК. В нижней части NR200P можно разместить 2 дополнительных вентилятора или 240-мм радиатор системы водяного охлаждения. Там же установлен полевой фильтр, который задерживает большую часть грязи. Лоток для материнской платы представляет собой одно большое отверстие с дополнительными отверстиями для крепления стяжек или липучек по краям. Вертикальная монтажная площадка для графического процессора имеет удлиненные вырезы для установки в нее вентилятора. Нижняя панель NR200P представляет собой одно большое вентиляционное отверстие с монтажными отверстиями для 2 120-мм вентиляторов. При ближайшем рассмотрении на ней можно заметить отверстие для 3,5-дюймового накопителя. Что интересно, поскольку Cooler Master заявляет поддержку 2 таких накопителей для этого корпуса. Взглянув на потолок, вы можете увидеть, где должны располагаться 120-мм вентиляторы по отношению к отсеку блока питания. Несмотря на то, что NR200P может работать от источника питания формата SFXL, вы должны учитывать тот факт, что вам придется либо переместить его наверх, отказавшись от возможности установки одного из 120-мм вентиляторов, либо установить его в нижнем положении. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Razer PCI-Express 3.0 X16. Мало места под HDD. Плохой полевой фильтр. А вот что покупатели оценили больше всего. Красивый. Толстый металл. Легкая сборка. Компактный. Легкий. Продуваемый. Удобный кабель-менеджмент. Стильный. Комплект поставки.
Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке мы оставили в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!